Здравствуй, дорогой друг. Тебя приветствует главный альянс Серая Лига. И на очереди у нас очередное оружие с очередным модом разлома. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас такое популярное в этой игре оружие с модом разлома, как Болтер Прайм. Данное оружие очень популярное, очень хорошее, такое довольно-таки имбовое и очень классное, но есть, конечно, пару но. Первое но — это то, что у нас Болтер Прайм в игре более недоступен. И появляется оно у нас только тогда в дропе, когда у нас открывают хранилище. В этом году еще хранилище на него не открывали, его откроют, может быть, в конце лета, может быть, в середине лета, может быть, в начале осени, хрен его знает. Ну, тем не менее, даже без того, что оно в игре пока не падает, его можно спокойно купить в торговом чате, ориентировочная цена у нас 100 платины. Ну, если вам не жалко 100 платины, данное оружие вы себе, скорее всего, без проблем приобретете. Ну, переходим в билду и посмотрим, что я туда поставил. И еще можно упомянуть такой маленький-маленький нюанс, что у нас Болтер Прайм относительно давно, по-моему, весной или в начале весны, апнули, добавили ему статус, добавили немножко крита, и оно стало такое более играбельное, более классное. Ну, давай по билду пробежимся. Зазубрины увеличивают общий урон на 165 единиц, разделенный патронник увеличивает нам урон и поднимает нам статус. Кромсание Прайм увеличивает нам скорострельность и передает нам эффект пронзания на 2,2 единицы. Высокое напряжение пагубная сила придает нам эффект коррозии и поднимает нам также статус. Точечный удар увеличивает нам шанс крита. И чутье на уязвимость увеличивает нам множитель крита и наш мод разлома. Который увеличивает нам общий урон на 122 единицы и мультивыстрел на 66 и точка 6, ну прям оружие сатаны получилось. Все смотрится довольно-таки шикарно, интересно. И, кстати говоря, насчет кромсания Прайм. Если нет кромсания Прайм, можно просто кромсание поставить. И поясню, почему кромсание именно сюда поставил Прайм. Потому что я люблю, когда ДПС максимальный. Сейчас попробую вам это нарисовать. Конечно, из меня еще тот художник, но примерно это выглядит так. Если на вас бежит толпа и у вас нет пронзания на вылет, то пули полетят сначала в одного противника, они его убьют, во второго противника они его убьют и в третьего противника, то есть цель умрет соответственно. Если у нас стоит пронзание на вылет и бежит точно такая же толпа, мы прямо сквозь нее наши пули прострелим, то есть первого, второго, третьего противника пули прошьют. И вы сами еще много раз замечали, скорее всего, что у нас противники любят бежать цепочкой, таким, такой змейкой небольшой. И если ровно в эту змейку стрельнуть небольшой очереди, то вот эта вот вся кучка, которая идет в линию, она просто вся сдохнет. Поэтому кромсание Прайм я предпочитаю больше всего, нежели если бы сюда поставил, например, какой-нибудь мощный выстрел. Тоже вроде тоже смотрится хорошо, еще крит увеличивает, еще и шанс немножко крита подразгоняет, но это не то. Ну, тут смотрите сами, если нет кромсания, можете поставить мощный выстрел. Тут кому как, можете вообще даже воткнуть какой-нибудь сюда еще мод наподобие громоверса, чтобы себе еще коррозию увеличить. Но давай же перейдем к нашему тесту и посмотрим, на что наше оружие способно. Берем, как всегда, по ГОСТу 2 пулеметчика, 2 бомбардировщика и смотрим, что у нас будет делать Болтер с кромсанием с противниками 100 уровня. Бомбардиры без проблем разлетелись. Пулеметчики тоже нам проблем никаких не доставили. Вот так вот работает кромсание, вот так вот работает коррозия на Болтере. Давай еще раз закреплять наш результат с нашей коррозийкой. Вот два бомбардира, замечаем, что они стоят в линию. Бах, 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 вообще отлично.
Ну, о пулеметчиках мы так поковыряем. На мой взгляд, вот если в Болтруба добавили патрончиков 600, например, до 90, было бы вообще бы шикарно, было бы просто классно. И самое, что интересно на данном оружии тестить, это статусы. На нем статусы очень классно тестить, потому что у него шанс статуса 97%. Для примера, у нас сейчас стояла коррозия. Сейчас поставим ваш хуеблядский вирус. Так, это нам надо лед. Смотрю в книгу, вижу фигу, не вижу льда. Вот, и не патронник, и яд. Это у нас будет, да, вирус. Ну и посмотрим, как Болтер у нас будет справляться с вирусом против тех же самых врагов. Ничего не меняем. И что мы видим? Ха, видим мы, что вирус просто отстой полный. Вот он ваш статус вируса. Охрененно, охрененно, им вообще похер на вирус. Тем более, что всегда тестим именно на ракиновских пулеметчиков и бомбардировщиков, потому что это самые тяжелые и сложные противники во всей игре. Если они у нас в тестах лопаются, то лопнут абсолютно все. О, вообще класс, вот это вот вирус, вот это вот да. Хрень еще та. И вот поэтому, именно поэтому я и говорю. Ну, не знаю как, но для меня вот вирус просто хрень полная. Почему его пиарят, из-за чего, не знаю. По мне как говно говном. Вот, вот, вот это вот был вирус. Давайте закрепим наш результат на вирусе. А то мало ли чё. Так, давайте в линию они у нас стоят. Да, отлично. Ну, вот это вот благодаря Крамсане они так хорошо упали. Вдвоем одновременно. Но все равно урон не огонь. Больше обоймы уходит. Тогда как скоррозийка у нас пол обоймы уходила. Ну, сейчас, скорее всего, снова вся обойма улетит. Вся обо... Еще и мало, ты смотри, ему еще и мало. Вот, вот он, ваш вирус. Еще народ вирус любит, я не знаю. По мне, как говно говном полное. Ну, это, конечно, мое мнение. Цифры здесь совершенно ни при чем. Так, вернемся обратно к высокому напряжению, чтобы придать эффект коррозии. А обратно к коррозийке возвращаемся. То есть урон и с вирусом, и от коррозии у нас был одинаково. 548 единиц. Ну вот, обратно коррозийка и смотрим. Ну просто разница земля и небо. Сейчас пол обоймы уйдет. А не полторы, как до этого. Вот здесь криты вообще классно прошли. Ну, давайте закреплять наш результат. Что касаемо мода разлома на данное оружие. Купил я его, может быть, недельки две назад. Купил я его за 200 платины. Дешевле они, как правило, не попадаются с уроном и с мультивыстрелом. Но зато, я думаю, они того стоят. И если... Для новичков данное оружие по платине смотреть, то это у нас будет, ну, примерно, да, 100 платины. Это болтер, и 200 платины это у нас будет мод разлома. В итоге 300 платины, плюс катализатор вставить, еще у нас будет 20 платины. Плюс набор форм купить, это у нас будет, ну, где-то 250 платин, это у нас все вместе выйдет. Ну и, соответственно, надо подобные моды наковырять. Дорого это или нет, но тут, я думаю, за такое оружие это не так уж и дорого, тем более оружие очень популярное, очень имбующее, везде все протаскивает, дымаги до хрена, можно брать хоть куда, и просто комфортно и классно им играть, тем более для тех, кто любит автоматическое оружие. Ну, вот такой вот болтер получился, хороший, мощный, классный, криты есть, статуса до хрена. Противники лопаются на ура. Вопрос только, стоит ли это все вместе 300 платины. Но тут, конечно, решать только вам. Ну и поэкспериментировать тут уже, не знаю, скорее всего, уже и нечего тут экспериментировать. Есть коррозия, есть вирус.
Коррозия заебись, вирус вы сами видели, какой он там немощный. Ну, все равно, как говорится, думайте сами, решайте сами, экспериментируйте сами. Ну, на этом все. Пока.